посольством Узбекистана во Франции совместно с Агентством по экономическому и культурному развитию «Север-Юг» организован круглый стол, посвященный реформам в республике в социально-экономической сфере, а также международным инициативам нашей страны. В мероприятии в том числе приняли участие представители деловых, образовательных и научных кругов Франции. Участников встречи проинформировали о стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития в 2017-2021 годах, о приоритетах внешнеполитической деятельности нашей страны, а также сути инициатив, выдвинутых в сентябре прошлого года. Вместе с тем была представлена информация об избрании Узбекистана в Совет ООН по правам человека. Рассказали о важных пунктах, озвученных главой государства на 46-й сессии Совета. Речь шла о либерализации экономики, прежде всего в области развития свободы, предпринимательства и улучшения инвестиционного климата, созданной в республике благоприятной деловой среде, внедрении широкой системы правовых гарантий и привилегий для иностранных инвесторов. В течение многих лет тесно сотрудничаю с Узбекистаном. Реализовано несколько перспективных проектов на взаимовыгодной основе. Ранее в рамках визита делегации деловых кругов региона Южной Пиренеи в Узбекистан был проведен бизнес-семинар и кооперационная биржа, а также были проведены переговоры между торгово-промышленной палатой Узбекистана и регионом Южной Пиренеи для обсуждения перспектив торгово-экономического партнерства. Узбекистан имеет большие перспективы, где принимаются активные усилия по дальнейшему развитию страны. Наше агентство готово содействовать Узбекистану в укреплении взаимодействия с французскими компаниями. Французскую сторону также ознакомились с реформами в туристической отрасли нашей страны и новыми направлениями, а также принятыми документами по развитию этой сферы. В ходе диалога представили информацию о развитии института Махали, являющегося одним из важных институтов гражданского общества, укрепления семьи и социальной поддержки населения. Приветствую динамичные реформы в Узбекистане и усилия страны по созданию атмосферы доверия и сотрудничества в регионе. Мы заинтересованы в налаживании сотрудничества с узбекскими компаниями в сфере сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной энергии, а также новых технологий в области здравоохранения. По завершению мероприятия достигнута договоренность об организации визита делегации агентства по экономическому и культурному развитию «Север-Юг», а также французских деловых кругов в Узбекистан по мере улучшения эпидемиологической ситуации.